Она более 20 лет трудилась на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате. Ее работы не раз выставлялись на международных ярмарках. В галерее «Серебряный век» открылась выставка Любови Астерлевиной. Орнаменты, сюжетные линии и все это в мягких и нежных тонах. Работы Любови Астерлевиной украшают стены многих квартир в нашей республике. Почти 20 лет она работала художником-оформителем на ткацкой фабрике Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. Рисунки, созданные ею для тканей, по-прежнему вызывают интерес у специалистов. Смотрите, кроки. Вот я подошла к какой-то ткани потрогать. Не ткань ли это? Настолько сделаны кроки, это рисунки для тканей, как будто они уже материальные. И все вещи хорошего вкуса. И спасибо сыну, что он сумел собрать этот материал и нам показать вот в таком объеме. Ее кисти принадлежат и многочисленные портреты, пейзажи и натюрморты. Все, что она писала, получалось свободно и просто. Художница ушла из жизни почти 10 лет назад, но ее работы по-прежнему находят своих зрителей. Любовь Георгиевна интересна нам тем, что она создает прекрасные произведения. Они не яркие, может быть, небольшого размера. Сделаны в основном гуашью, акварелью. Это стиль 60-х годов, это дух 60-х годов, время поисков, время интересных находок, в конце концов. Это очень стильный художница. Я эти работы ценю, это очень необычно. Юлия Важенина, Расиль Мухаметов, Республика. В эту субботу в Чувашии пройдет первый в новом году День здоровья и спорта. 20 января все желающие смогут бесплатно посетить республиканские и муниципальные спорткомплексы. В 2018 году такие дни планируется проводить ежемесячно. В Минспорте Чувашии говорят, что жители республики смогут посетить почти 1200 спортивных сооружений. Среди них 11 стадионов, 753 спортзала, 73 бассейна и 37 лыжных баз.